У воспитанников образовательных учреждений теперь есть возможность регулярно посещать целевые комнаты. Дополнительная оздоровительная услуга появилась в 7 детских садах. Сеансы галотерапии направлены на укрепление иммунитета и профилактику заболеваний. Галокамера – небольшое помещение, где искусственным образом воссозданы условия природных солевых пещер. При их строительстве используется морская соль в виде насыпи или блоков. Тематику и оформление каждое учреждение определило самостоятельно. Так, в соляной комнате детского сада «Бусинка» воссоздана атмосфера Крайнего Севера. Вообще, данные комнаты направлены на укрепление, как я сказала, на профилактику и оздоровление, потому что именно соляной покров, стены и сухой аэрозоль, он позволяет как раз создавать такой некий микроклимат, ионизацию воздуха и в общем степени направлено на укрепление всего организма. В детских садах «Бусинка» и «Полянка» галокамеры уже начали работу. В других учреждениях соляные комнаты начнут принимать ребят в ближайшее время.